Мага, завтра бой по джиу-джитсу, да? Это схватка. Схватка. Да, у тебя дружеский настрой, только сейчас по грэпплингу бежать. Ну, я выхожу со своим братом бороться. Там вы же дружите, во время схватки, естественно, никаких дружеских настроев. Мы, естественно, нет. Цели нету там отломать кому-то что-то сустав, естественно. Но цель выиграть, и мы будем, не жалея друг друга, мы будем бодаться, будем рубиться, одним словом. Но главное без травм, согласен? Да, главное без травм. А так мы порубимся. А какой смысл в таком? Мага, я недавно смотрел твое интервью, первый раз видел тебя таким озлобленным на Минеева, когда ты сказал, что у нас там теперь надо ему по-мужски сказать. Действительно, ты на него разозлился или просто... Не то, чтобы я разозлился. Человек ставит под сомнение, я развеиваю сомнения. Вот, под сомнение поставили, значит, надо развеять сомнения. Это следует такому. Ну, по сути, ведь бой все сомнения развеять должен, да? Бой состоится, вот у тебя... Как вот я надеюсь, что именно бой развеет все сомнения. А будет бой? Вот да, да. Есть договоренность? То есть в Москве вы встретитесь с Минеевым? Да, в Москве в октябре встретимся, мы поделимся. Но для тебя это все-таки уже личное, да? Нет. Нет, все-таки спорт? Конечно, это спорт. Это деньги, заработок, спорт. Мага, вот раз ты не дерешься... А если бы это было бы личное для меня, я бы уже доехал бы до него и порешал бы вопрос. Нет, если личное... Личное это касается чести там и так далее. Есть момент, который меня задел, но он, не могу сказать, что он прям личное. Но увидимся, порешаем, не увидимся, ждем клетку. Скажи, дальше тренировать будешь кого-нибудь сам? Опыт передавать? Или не видишь? Да, я люблю, я вообще вот, тренировать, вообще вот, делиться своим опытом, я люблю это дело. А такой вопрос, за футболом следишь? За сборной России, скажем так. Выиграет она нашего испанцев, как считаешь? Я не особый любитель футбола. Да? Все равно на чемпионат мира? Ну, как-то я, да, ну хочется, конечно, чтобы наши показали себя как положено. Но я уже очень много разочаровывался, очень много я... Как и все, да? Да. Не потому, что там, не потому, что у них не получилось, да? Потому что у меня такое чувство, не могу объяснить. Я знаю, что вот в России не может быть, что в России нету футболистов. Вот сейчас уже и все и приколы по поводу этого футбола. Там, если, типа, вот сейчас скажи, вот российские футболисты крутые, да, и все посмеются, да, уже, ну, понимаешь, настолько это уже так... Нужен мне перерыв небольшой, я вот чуть-чуть, я не выспался, поэтому сформулировал, что правильно. Уже и подкалывает по поводу, и Comedy Club посмотреть, и вообще где вот везде, короче, вот про российский футбол только шутки. Вот, про бразильский футбол не шутят же, правильно? Ну, зато про наших бойцов все боятся шутить. Ну, потому что у нас бойцы на вышке, потому что бойцы у нас работают, делают свое дело в зале, работают, трудятся. Пусть они получают не такие большие деньги, но они трудяги, они показывают результат. Федор победит Чела Сонона? Я на это надеюсь. Будешь болеть за Федора, да? Конечно. Вот на твой взгляд, Поветкин, Джошуа, есть шанс у Александра выиграть у чемпиона по боксу? Шанс есть. Там удар может порешать весь вопрос. Но, да, я же должен быть честным, правильно? Да. Я думаю, Поветкин не справится с этой задачей. Нет, я надеюсь, что он победит. Болеешь за Поветкина? Да, но мне кажется, как бы я как спортсмен смотрю на ситуацию, и мне кажется... Да, я исхожу из боев Поветкина до этого, где он встречался с более высокими там противниками. Пусть это давно было, да, с Кличко, например. Да, исходя из этого, делаю определенные выводы, и мне кажется, если он, конечно, не... Нет, шанс есть и не маленький у него на победу. Понятно, но да? Все же я бы, вот если бы мне сказали бы, на кого ты поставишь, я бы поставил на Поветкина. Тогда в заключение пару слов своим болельщикам, которые тебя поддерживают, и кто даже придет за тебя болеть и завтра, и кто будет болеть против Минеева в бою с тобой. Подожди, сначала тем, кто будет болеть за меня. И все, ну, именно своим болельщикам. А, моим болельщикам. Да, кто будет болеть за тебя в бою с Минеевым. Да, просто я, если болельщика Минеева, я чуть по-другому я выражался. Так. Я вас всех очень-очень люблю. Что еще мне сказать, слышишь? Мак, тебе главное. Спасибо вам за вашу поддержку.
есть без вас мало бы что у меня получилось, и мало было бы смысла во всем этом. Мага, тебе главное победа и здоровье. Спасибо. Ждем только побед. Спасибо тебе, Павел.